Всем привет из Ялты, я возле Пионерского парка, и сегодня покажу вам, что происходит в парке. Перед входом в парк наблюдаю такую стенку, она, конечно, мне кажется, аварийной. А как вам? И еще тут был закрыт проход, видимо, там тоже одна стенка обвалилась. Городская баня рядом. Кто ходил в баню, пишите комментарии, как там. Да, вон отсюда можно видно, может быть, видно там... Обвал, конечно, не очень приятно. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что там. Это вход на Авангард стадион. Фирменная лавка Азбука. Хорошие молочные продукты там. И Пионерский парк. Камеры везде установлены. Лавочки новые так и стоят хорошо. Ого, тут сколько всего перегорожено. Да, видимо, будут ремонтировать. Опорная стенка обвалилась. Ого, ничего себе. Вот такие сейчас тут дела. Дальше тоже обвал. Ну, все перегорожено. Интересно, сколько этой стеночке лет было. Ну что, в общем, половина Пионерского парка вот в таких ограждениях. А сейчас о хорошем. В парке весело и интересно. Особенно для деток. Тут можно покататься и найти новых друзей. Ну и, соответственно, для родителей есть лавочки. А рядышком качели. Многие сюда приходят погулять и днем, и утром, и вечером. Сегодня погодка в Ялте не солнечная, но все равно уютно. Не очень, конечно, тепло, но все равно комфортно. В этой части есть такие качельки классные. И для детей, и для взрослых. Вот так они скрипят. Ну, такое. Плиткой все выложили. Удобно тут кататься. Еще качельки. Ой, красота. Хороший парк. Нам тут нравится гулять. А думаю, опорные стенки скоро восстановят, и будет тут красота. Вечером тут фонари горят. И рядышком какие-то кафешки, сейчас посмотрим. А, тут магазин «Апельсин». Эконом-маркет, напитки, снеки, чай, кофе, кондитерка, овощи. Прямо какой-то магазин. Кофе есть. Ну что, посмотрим, что за магазин. Я ни разу тут не была. Молочка. Такие цены тут. Рис 127. Есть даже рис 92. Рис 89. Барилла 86. Ну, хорошие цены такие. Боржоми. Соки по 97,98. И рядышком аппараты с шоколадками, водой, соками и чай, кофе. Ну что, довольно-таки хороший магазин «Апельсин». Нам понравился. По ценам
и по выбору хороший. Рядышком Ава парикмахерская и кофейня. Ну все, вот и конец парка. Такой был пионерский парк сегодня. А всем, кому понравилось, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. И, конечно, ставьте лайки. И если вы хотите увидеть в Ялте какой-нибудь другой район на видео на моих, пишите мне в комментариях. А сегодня я всем желаю прекрасного настроения и хорошего дня. Пока-пока!